и зовутся Саша Черный. Почему? Не знаю сам. И вот в этом весь Саша Черный. У него есть какие-то растишья, желания. Ну, каждый бы подписался. Ну, например, первое желание. Жить на вершине горы, писать простые сонеты и брать у людей из дола хлеб, вино и котлеты. Второе желание. Сжечь корабли и впереди, и сзади. Лечь на кровать, не глядя ни на что. Уснуть без снов и любопытство ради проснуться лет через 100. И вот я нашла удовлетворение через 100 лет. И вот как это удовлетворение, то есть там надо, он проснулся. И как это сейчас звучит? Семья Яралаш, а знакомые нытики, смешной карнавал мелюзги, от службы, от дружбы, от прелой политики, безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку, муть и мразь, один кота в короне, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. Петр Великий, ты один виновный всех. Для чего на север дикий понесло тебя на грех? 8 месяцев зима, вместо фиников морожка, холод, слизь, дожди и чума. Так и тянет из окошка брякнуть вниз о мостовую, одичалую головой. Негодую, негодую, что же делать, Боже мой? Есть парламент? Нет? Бог весть. Я не знаю, черти знают. Вот тоска, я знаю, есть, и бессилье гнева есть. Люди ноют, разлагаются, дичают, а постылых дней исчезть. Где наша близкая, милая, кровная? Где наша, свое, бесконечно любовная? Ну так вот, можно как раз по этому стихотворению понять, что ничего в принципе не меняется.